Так, ну что, все-таки мы решили попробовать снежные тропы вдоль кремлевских стен. Так, ну давайте прогуляемся. Вот Александровский сад, там есть Владимир, мы оттуда только что пришли. Вот, сегодня погуляли по Кремлю. Какие-то смельчаки пытались отштурмовать кремлевские стены. Такие тут следы. На самом деле, это следы от снега падающего с крыши, которые, да, которые здесь вот сбрасывали. Поэтому гуляйте аккуратнее. Мы сейчас постараемся побыстрее пройти эти интересные заснеженные пейзажи. Так, а вот это уже следы людей. Горки. Да, горки. Кто-то брал санки и скатывался, скорее всего. Ёлки. Так. Там кто-то собирается вновь делать ремонтные работы. Поэтому мы быстрее пройдемся по этому участку. Так. Ну, где еще вы увидите такие виды? О! Так, а там какая-то дорожка идет к башне, мимо елочек. Явно ее проделал человек. Тайный ход за стену. Так, есть были, вот они, спуски. Вот тропинки. То, что мы видели снизу. Многочисленное количество следов внизу. Нет, я спускаться не буду. Наш редактор хочет проделать фокус. Ну давай. На горку. Ладно. Идем дальше. То есть спускаться мы не будем здесь. На заднице. Но вот здесь кто-то съезжал. Уже снимал. Да, здесь была такая горка. Хотя говоря, она действует. То есть здесь охраны как бы никакой охраны нет. Здесь интересные фонарики. Сейчас, когда будет совсем вечер, будет еще. Звездочка, все. Так. Вот такие иллюминации Кремля у нас здесь есть. Стена, князь Владимир. Так. Горка. Всем, кому еще раз интересно с нее съехаться, можете прийти в Александровский сад и покататься. Пожалуйста, все открыто. Только не врежьтесь в дерево. Дуб растет, скорее всего. В него не надо врезаться. Хотя его так пытались обойти. Он есть тропинка слева и справа. Причем слева следов больше. Так, а здесь что? Здесь кто-то пытался скатиться. Я так понимаю, такой идет скат. Видимо, наполовину неудачный. Ничего, мы это дело не будем пробовать. Так, вот елочки. Прогулялись вдоль стены кремлевской. И сейчас выйдем к памятнику Александру Первому, который мы с вами уже видели. Так, 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 так. Чистит снег. Ой. Так, есть сугробы. Их никто не чистил. Дорожки. Так, главное, чтобы там сверху никто у нас ничего не сбросил. О, какие интересные шапочки снега на кустарниках. Такой сугроб интересный. Дорожки по Александровскому саду, что можно гулять, можно кататься с горок, таких импровизированных кремлевских горок. О, птичка. Так, наш редактор нашел след птицы. Помним прогулки по МГУ, по Воробьевым горам? Кстати говоря, вот здесь следы различаются от тех, что мы видели там. Да, это, скорее всего, птичка. Или какой-нибудь зверь. Какой зверь? Да, но следы, кстати, да, тут сверху действительно. И заканчиваются странно вот здесь. О! У бордюра.
И отпечаток крыльев тут нет. То есть, если в МГУ мы видели отпечаток крыла птичьего такой, характерный для птицы, то здесь его нет. Так, а это у нас следы уже людей. О, руки, рука, аллея славы. Так, а это у нас такие ангелы. О, следы ангела, снежный ангел. Или два космонавта. Кто-то здесь лег или присел. В общем, получилось оригинально. Фотографируем, постим в Инстаграм. Все, канал «Мир вокруг Телавита». Оставайтесь с нами. Так, а это наверняка дубль неудачник. В общем, здесь развлечения в Александровском саду идут на полную мощь. Сугробы Кремля к вашим услугам. Приходите, развлекайтесь. Ну, тут такая башня. Памятник Александру Первому. И сугробы. Исполинские сугробы. Кстати, вот этот сугроб, он будет с меня ростом. Но может быть чуть меньше. Я не буду это дело проверять. Так, а вон там мемориал. Битва 812 года. Мы их с вами уже снимали. Вот. О. Фонари уже зажглись. Так что наши прогулки по Кремлю подходят к контакту. А мы с вами шли оттуда сверху. Во, по этой аллее фонарей. По ней можно ходить. Можно делать съемку. Так, о. Канал «Мир вокруг Телавита». Остаемся с нами. Мы вам покажем еще что-нибудь интересное. Так, а вот там идет дорога дальше. В сторону Кутахи башни. Но мы туда не пойдем. Там потому что, скорее всего, тупик и служебный вход. Это я так понимаю. Вот, поэтому здесь как бы вот так вот она идет. Вниз и дальше уже от памятника влево или вправо. Но если пойти вперед, вы просто придете к метро в библиотеке имени Ленина, поэтому или к Александровскому саду. Там уже смотрят, какой выход. Вот. Мы, скорее всего, пойдем вниз и направо, потому что налево мы уже были, мы уже видели с вами памятник князю Владимиру и вход в Боровицкую башню. Александр Первый. Вот он. Вечернее освещение. Подсветочка. Так, оп. Это у нас что еще раз такое? Посмотрим. Вот. Да. 812 год. О. Серафим Саровский.
и Александр I. Вот такой вот монумент в Александровском саду. Так, вот сам Александр I. Мы с вами были вон там, вон в том углу, Боровицкая башня и князь Владимир. Гуляем дальше.